конкурс социальных достижений родился в 2004 году по инициативе самих предпринимателей, которые даже в самые трудные времена часть прибыли отдавали на благотворительность, причем на постоянной основе. Пожелания бизнесменов поддержали депутаты законодательного собрания области. Это на самом деле дорогого стоит, это большой труд, это то, что человека делает, ну, с большой буквы человеком. И является очень достойным примером для подражания для других людей. Общее количество организаций, которые на сегодняшний день приняли участие в конкурсе, уже перевалило за 500. И каждый год к ним добавляется по 45 новых номинантов. В зале сегодня лишь несколько человек. Коронавирус вносит свои коррективы. Но, тем не менее, для области все представители социально ответственного бизнеса особо значимы. К примеру, предприятие, которое выпускает комплектующие для ракетной и космической техники, уже много лет помогает ветеранам и пенсионерам. В зоне особого внимания – поддержка и развитие детского спорта. Прежде всего, секция скалолазания в городе Миасе. В этой секции участвуют дети и добиваются очень неплохих результатов. Есть там чемпионы мира, и призеры, и страны. По крайней мере, мы в какой-то степени спокойны за их здоровье. На вопрос, почему вы вкладываете собственную прибыль в благотворительность, все лауреаты как один скромно отвечают: мы имеем такую возможность, почему бы не поддержать тех, кто в этом нуждается. За такое трепетное отношение депутаты областного парламента и отмечают представители бизнеса, причем зачастую неоднократно. В этом году мы учредили пятую номинацию, она называется «Почетный благотворитель». Это те организации, которые не менее 3 раз становились победителями, регулярно принимают участие в этом конкурсе и, соответственно, не останавливаются на достигнутом. Первым почетным благотворителем в Челябинской области стал Государственный ракетный центр имени академика Макеева. Вместе с дипломом представители получили и именную статуэтку. Юлия Анфалова, Владимир Котегов, «Урал-1».